Друзья, всем привет! Смотрите, я буду кушать вот такой вот вкусный супчик. Вот. Буду кушать с чесночком. Это у меня чесночок тут. Так, сейчас добавлю соль. Хотелось бы перчика, но перца нету. Надо к отцу поехать в деревню. У него там перец растет стручковый. Надо взять у него перчика. Вот, друзья, сейчас будем кушать. В общем, если вы тоже кушаете, то хочу пожелать вам приятного аппетита. Это куриный супчик. Очень вкусный. Очень вкусно. Вот наконец-то спала жара. Это вообще так было жарко. А сейчас уже нормально, так хорошо. Я обожаю лето, люблю лето, но когда до 30 градусов. Если больше 30, это, конечно, уже очень жарко, очень душно. Я видео записываю. Это тот канал Кино ТВ, это клеще, чем такой бульон наваристый вообще обожаю. И, конечно, вкусно, друзья, с чесночком. Это вообще обалденно. Приятного аппетита. Спасибо. Пахнет чесноком. Вкусно? Ну да. Там закончился суп, да? Нет, там еще есть чуть-чуть. Молодой чесночок.
Мне, знаете, нравится, чем молодой чеснок? То, что у него такой сладковатый привкус, приятный. Хлеб тоже вот этот очень вкусный, белый хлеб. Друзья, суп очень вкусный, если по пятибалльной шкале оценить, то на пятерочку, вот, очень вкусненько. Вот, ну а вам огромное спасибо за просмотр, ну, хочу пожелать вам счастья, здоровья и удачи.